Ты спишь очень крепко для убийцы. Это хорошо. Ибо для того, что я сейчас предложу, тебе понадобится чистая совесть. Я Люсьен Лашанс, уведомитель темного братства. А ты... ты убийца, отнимающий жизнь, пожинатель душ. Твоя работа — ремесло убийцы по нраву матери ночи. И поэтому я пришел сделать тебе предложение. Возможность войти в нашу уникальную семью. Я нахожу твои манеры весьма приятными. Пожалуйста, слушай внимательно. На зеленой дороге к северу от Бравила находится таверна «Дурное знамение». Там ты найдешь человека по имени Руфио. Убей его, и твое посвящение в темное братство будет завершено. Сделай это, и когда ты в следующий раз будешь спать в месте, которое я сочту безопасным, я посещу тебя вновь, неся с собой любовь твоей новой семьи. Нет? Мать ночи, похоже, думает иначе. Позволь мне вручить тебе подарок на случай, если ты передумаешь. Это девственный клинок, и он жаждет крови. Сейчас мы должны проститься. Очень надеюсь, что мы скоро встретимся. Мы прославляем нечестивую Матрону. Из ее теневого лона мы вышли. Из ее груди мы всосали злобу и боль. Она любит своих детей. Знаю, что этот Руфио старый и слабый, и спит целыми днями. Ты сможешь убить его, не дав ему шанса проснуться, если тебе так хочется. Говорят, щит крестоносца был найден. Он был спрятан в каком-то подземелье с ловушками или что-то в этом роде. Доводилось ли тебе слышать о темном братстве? О смертоносной гильдии безжалостных наемных убийц? Присоединяйся к нам, и ты узнаешь, что темное братство — это и все это, и многое другое. Прежде всего, мы — союз единомышленников. Мы убиваем ради денег, ради удовольствия и ради отца ужаса Ситиса. Мы семья, чьи узы спаяны кровью и смертью. Да, я уведомитель, представитель темного братства. Мой голос — это голос черной руки, что руководит нашей организацией. Одна из моих обязанностей — находить выдающихся личностей, вроде тебя, и предлагать им место в нашей семье. Темное братство примет тебя в свою семью. Живущие по заветам девяти получают благословение. Пока.
Пока.
Здравствуй. Святой крестоносец, что рыцари девяти собираются... Как дела? Что интересного? Береги себя. Пару дней назад тебе всего на встречался грязевой краб. Что интересного? Прощай. Создание. Гнусные твари. Ненавижу. Похоже, в землях данмеров настали смутные времена. Принес ли радость сегодняшний привет. День? Привет. Творящие добро могут получить благословение. Доносились ли новости из других провинций? Да, так говорят. Доводилось ли слышать, что рыцари девяти... Моровин всегда был беспокойным местом. Пока. Спасибо.